Привет, в этом видео покажу, как сделать Battle Pass на сервере Minecraft. Приятного просмотра! Скачать данный плагин можно будет по ссылке в описании. Откроем меню Battle Pass и видим 4 иконки. Две иконки информируют нас, а оставшиеся две иконки переходят в другие меню. Вот сам Battle Pass, где есть награды для обычных игроков и также премиум, а вот сама полоса прогресса. Следующее меню – это задания. Бывают ежедневные задания и также еженедельные задания, за выполнение которых вы получаете опыт, который вас продвигает в Battle Pass. Для теста повыполняем задание. В чате мы видим прогресс задания. Вот конфиги этого плагина, их здесь достаточно много. Я покажу, как сделать новые задания. Вот основные параметры, их можно изменять. Нам понадобится вот эта папка. Вы можете добавить еще одну неделю с заданиями. Задание состоит из этих строчек. В принципе, здесь очень все легко. Пишем техническое название. Затем тип. Теперь условия. Сколько раз нужно выполнить, и также опыт за выполнение.
Ну и дальше описание. В недельных заданиях то же самое. А тут вы можете настроить сам Battle Pass.